пожалуйста, как давно вы с Feelgood? Третий месяц, порядка 100 дней, поэтому мы в самом начале нашего пути знакомимся, изучаем. Отрасль тоже для меня с партнером новая, вот, но интересно, и надеюсь, что мы достигнем успехов лидеров, которых сегодня показывали. Какие планы на 2018? Как сказать, технически развить станцию до того состояния, которое мы планировали, открыть все посты, которые нам нужны, и дальше поднять выручку, опять же, до неких нормативных значений, которые по сети достигнуты. В общем, мы на них ориентируемся, будем к этому стремиться.